Коллеги, всем привет, с вами Фил, вы в мастерской Нафт-88. На канале уже было видео про сварку муфты полного привода от автомобиля Kia Hyundai, где я рассказал много нюансов, но сегодня расскажу еще. Только получил посылку, еще не открывал. Приехала издалека, город Абакан. Давайте вскроем. Вот она, наша муфта. Здесь у нас классическая ситуация. Сварка только с внешней стороны, потому что здесь очень удобный доступ. И она не выдержала нагрузки. Теперь подробнее о нюансах. Стоит ли ее центровать как-то? Нужно ли это? На самом деле она здесь никуда не денется. Вот если она встает четко, как она была сломана. Но ее единственное, нужно вот эти две детали очень сильно сжать. Оснастку я вам уже в прошлом видео показывал. В общем, сейчас нам нужно единственное, ну вот, мы ее проворачиваем до тех пор, пока она не встает на свое место. Вот здесь она встает просто идеально. Как понять, насколько она четко встала? Во-первых, никакого люфта быть не должно, но его не будет здесь, если она встанет хорошо. Во-вторых, вот когда мы ее вставили, нужно убедиться, что в этой части, вот здесь, нет никакого зазора. Его не должно быть вообще. Бывают случаи, когда, например, муфта провернулась, и вот здесь есть какие-либо задиры. Тогда, возможно, да, потребуется токарная обработка. Но лучше, если есть вот какой-то явный задир, лучше его с помощью УШМ, там, напильника, дремеля, не знаю, срезать, чтобы она встала без токарной обработки, потому что если сделана будет токарная обработка, уже размер будет меньше, она будет болтаться, это будет очень большая проблема. Так, теперь шов выглядит вполне прилично, но провара здесь нету просто вот никакого, возможно, даже также сварилась без присадки, то есть ну не намного лучше, чем вот эта лазерная сварка на заводе. А сваривать будем, конечно, с двух сторон. Поехали. Конечно, нам понадобится оснастка, как всегда. Я просто показываю вам принцип. Подробные размеры ее я уже рассказывал в прошлом видео, которое будет в конце этого. Сможете посмотреть. Профтруба с гайками. Вот такая конструкция. Тоже профтруба, уголок. Вот здесь он торчал. Вот так. Ну, я его срезал, потому что для горелки это довольно неудобно, когда вот здесь еще и уголок торчит. Совмещаем. Вот отлично она попала туда, куда нужно. Прижимаем, чтобы не соскочила. Можно данную оснастку, конечно, сделать проще. Просто пластинку стальную и вот здесь два болтика насквозь. Но вот это отверстие позволяет нам только М8 ставить. Вот это, например, М12. То есть болты гораздо мощнее, мы можем создать усилие. Если скручивать так, то усилия особого мы не создадим. Ну, не знаю, может использовать там каленые болты высокопрочные. Можно попробовать. Муфта зафиксирована. Теперь мы можем здесь внимательно посмотреть, чтобы не было зазора там, где я вам показал. С двух сторон нам все прекрасно видно. Здесь нам нужно всего лишь сделать прихватки. Ну, как вы знаете, сварка также стягивает металл. Делаем 4 прихватки. Снимаем оснастку. Она нам больше не нужна. Электрод у нас VL15 2,4. Немного нужно подправить его заточку. Если у вас, допустим, уже шарик накатанный, можно также дрель использовать. Просто вставляем в дрель и также на УШМ затачивается. Здесь обязательно будем использовать газовую линзу.
Очень не советую. Вот у большинства сварщиков вот такие жуткие, огромные, неудобные горелки. 26-е, ну вот это 18-е. Значит, вот этой горелкой очень неудобно здесь производить сварку. С этой стороны еще доступ у нас есть. С внутренней это мучение. Не стоит это делать. Можно вполне здесь использовать девятку, если у вас нету 20-й горелки. Газовая линза. Сопла ФУПА 12. Для большинства задач и с нержавеющей сталью его хватает вполне. Больше уже там для каких-то совсем уж велпорн дел. Вылет делаем побольше. Могу вам точно сказать, я так на глаз. Миллиметров 15, можно даже чуть больше. По настройкам я рассказывал в прошлом видео, внимание не будем заострять. Ну, естественно, расход газа побольше. 308 присадка 1 мм. Тик-аппарат у нас, как всегда, Эверласт. Горелка, как всегда, Сикей. Четыре прихватки есть. Оснастку можно снять. За счет того, что центральная часть у муфты торчит чуть больше, чем вот этот бортик, она вращается на столе вот таким образом. В принципе, без вращателя, позиционера сварочного, можно произвести сварку. На первом проходе просто пройдемся без присадки, проплавим. Далее с присадкой еще заполним шов. Маслица подгорает, там внутри всегда есть немного масла, даже когда ее вымываешь. Можно для этого вытяжку включить. Честно говоря, не пытался изобразить тут какие-то велпорн швы. Все достаточно чисто. А самое главное, что шов у нас плоский. Кстати, основную функцию силовую будет выполнять не внешний шов, а вот этот внутренний. Потому что здесь очень хорошо, удобно в угол заполнить. И самое главное, опять же повторюсь, в том видео говорил, ни в коем случае не заходить на вот эту плоскость. И не поджаривать ее там. Подрезы не делать, как некоторые профи. Уже сложнее доступ, соответственно, вылет электрода побольше. Сопла для хорошей защиты должно быть побольше, то есть вот такое не пойдет. Но и еще больше тоже ни к чему, потому что будет вам мешать здесь манипулировать горелкой. Я буду работать короткими проходиками. Это гораздо проще. Шов заходит только в уголок. Ну, вот в этих местах тоже надо быть аккуратным, чтобы не подплавить. Это, в принципе, на функционал никак не влияет, но эстетически и технически это более правильно. То есть не надо лепить шов туда, где он не нужен. Есть еще в конце списка дефектов сварных швов такой дефект, как случайная дуга. В данном случае, на данной детали, он у нас тоже очень нежелателен. То есть если мы куда-то не туда подносим горелку, начинаем зажигать дугу, она может скакнуть на вот эту плоскость. То же самое и с внешней стороны. Когда поджигаем дугу, не надо электрод близко к этой плоскости подводить, потому что может на нее дуга тоже прыгнуть. Ну все, работа с этой муфтой закончена. Она будет служить верой и правдой. Сейчас отправляется транспортная компания обратно в Абакан. Я даже не переодевался, потому что нахожусь сейчас в отпуске. Работа совсем недолго, приехал ее сделать, потому что человек прислал издалека, он и так
Пришлось ему подождать, в общем, меня. Кстати, друзья, если вы не сварщик, но вам требуется аналогичная работа, можете прислать без проблем из другого города транспортной компании, отправим вам туда-обратно. Качество, как всегда, с гарантией. Еще один нюанс, как-то писали мне коллеги, что существует усиленная муфта Kia. Попалась мне такая муфта. На самом деле у нее вот эта внутренняя часть чуть больше, но провар тоже только с внешней стороны. И нагрузки она тоже не выдержала. То есть, может, она чуть прочнее, но не намного. Коллеги, на этом все. Лайки, подписки. Там не буду вам голову забивать. Сами знаете. Всем удачи. Пока.